ходе предвыборной кампании мы, наверное, и не такое еще услышим. На участие в выборах подали заявление 44 партии. Сейчас уже ясно, что 20 из них выбыли из борьбы. Остальные провели свои съезды, и 11 из них обнародовали свои избирательные списки. Многие ветераны, подчиняясь новой моде, уступили места в списках молодым. И некоторые лидеры фракций не попали в списки даже собственных партий. Более подробно о подготовке к кампании Андрей Токумбаев. Завершились съезды политических партий, которые будут участвовать в намеченных на 4 октября парламентских выборах. Подготовительный этап предвыборной гонки пройден и начинается основной. Финишировать придется в необычных условиях. Выборы пройдут в обстановке, близкой к чрезвычайной. Пандемия ковида продолжается, но прийти на выборы всем все-таки необходимо, сказал в разговоре с корреспондентом 5-го член Центральной избирательной комиссии. Поэтому будем придерживаться строго рекомендаций, насколько это возможно, врачей, для того, чтобы минимизировать возможные риски заражения на вот этих участках. Но в то же время, конечно, желательно бы, чтобы большинство нашего законопослушного электората все-таки приняло участие. Чтобы желающие могли выбрать участок для голосования по своему усмотрению без риска схлопотать ковид, Центр избирком предоставляет избирателям новую услугу – возможность перерегистрироваться, не выходя из дома. Есть у нас кабинет избирателя, электронный кабинет избирателя, туда можно заходить, он уже работает, мы утвердили положение, уже его обкатали. Там можно, значит, по форме 1, то есть уточнение себя в списках, и по форме 2 можно, не выходя из дома, изменить избирательный адрес. Кроме того, что проверить в списках там, и так далее. Риск очередного всплеска ковида, конечно, серьезен. Не меньшую проблему представляет связанное с ней обстоятельство. В середине июля, когда число жертв пандемии зашкаливало, в соцсетях появилось немало призывов бойкотировать выборы, так как якобы власти не способны адекватно действовать. Это нанесло урон имиджу и парламента, что может отразиться на ходе выборов, сказал политолог Мусуркул Кабылбеков. Действительно, эти выборы проходят в таком в режиме ЧС, можно сказать. И самое главное, что внутриполитическая ситуация в стране, она резко поменялась. Потому что дело в том, что народ, наверное, впервые за это время почувствовал, что, оказывается, система, в которой мы живем, она напрямую имеет отношение к каждому человеку. По словам Кабылбекова, тот факт, что чиновники системы здравоохранения не справились со своими обязанностями во время ЧЕ, избиратели сейчас экстраполируют на всю систему власти. Если бы не наше волонтерское движение, не наше гражданское общество, то результаты, может быть, были бы еще более плачевные. Но игнорируя выборы в парламент, избиратели нанесут тем самым вред лишь себе и будущему страны. Их голосами воспользуются те, кто стремится повлиять на расклад политических сил в корыстных целях. А если вы не пойдете на выборы, придут другие и проголосуют так, как они считают нужным. Придут мотивированные люди, мотивированные по разным, так сказать, критериям. Да? Кто-то просто придет подкупленный. А вот Кабылбеков уверен, что именно зреющие протестные настроения могут, если направить их в позитивное русло, способствовать росту политической активности и, как следствие, высокому проценту явки на избирательные участки. Сейчас народ уже, когда будет голосовать, я думаю, во всех регионах, а особенно в Бишкеке, где находится 1/3 избирателей, она уже будет подходить более осознанно, будет более как-то ответственно по-гражданскому подходить. Впрочем, сложившаяся ситуация как раз на руку политикам, которые думают не только о том, как использовать власть для пополнения своего кошелька, но действительно хотят сделать что-либо полезное для страны, считает историк Тавылды Акеров. Практически после пандемии очень много недовольства. Но это как раз хорошо тем, что политические партии должны работать с обществом, с избирателями, должны предлагать хорошую программу. А вот мнение политолога Марса Сариева. Предстоящие парламентские выборы на самом деле имеют свою специфику. Она заключается в том, что будут играть два фактора. Внешний политический фактор, ну и внутренний фактор, я имею в виду то, что у нас прошла эпидемия коронавируса, это тоже накладывает свой отпечаток.
Внешнеполитическим фактором политолог назвал возможные эксцессы, которые может спровоцировать нынешняя нестабильная ситуация в Беларуси, особенно в том случае, если оппозиционные силы все же возьмут верх. Внешнеполитический фактор, как ни странно, большую роль будет играть ситуация в Беларуси, как будет развиваться процесс в Беларуси, сможет ли удержаться Лукашенко у власти, или все-таки там произойдет оранжевая революция по украинскому сценарию. Все идет к этому. Поэтому в зависимости от этого будет развиваться ситуация в Кыргызстане, не только в Кыргызстане. Сариев уверен, что вероятность краха Лукашенко исключать пока нельзя. Если кресло под ним все же пошатнется, сработает эффект домино. Оппозиционеров, желающих расшатать политическую систему, хватает в каждой из стран СНГ. И они тесно общаются, обмениваются опытом и поддерживают друг друга. Очень сильные процессы начнутся в России, в Казахстане. Ну и, соответственно, у нас тоже вплоть до третьей революции или переворота. Многие политологи единодушны во мнении, что другую угрозу стабильности в выборной системе Кыргызстана представляет собой слабо сформулированные программы партий, идущих во власть. Несмотря на то, что Джогурку-Кенеш формируется по партийной системе уже в четвертый раз, в него входят политические организации неопределенной направленности. Какой-либо идеологии в их программах не наблюдается, резюмирует Акиров. Но восполнить этот пробел все же не поздно. И, конечно, чтобы народ поверил им. Вот тогда, конечно, можно очень легко выиграть выборы. Как дополняет Акеров, сейчас в стране партии формируются лишь как некие политические или деловые бизнес-клубы, где интересы олигархических групп превалируют над желанием, находясь в депутатском кресле, сделать что-либо действительно нужное и полезное для страны. Что же касается бытующего мнения, что и на этот раз в парламент попадут представители лишь весьма узкого круга политиков, лоббирующих интересы тех самых групп, эксперт настроен более оптимистически. Некоторые говорят, прогнозируют, что три партии, там это самое. Я думаю, что нет, побольше будет, может быть, 5, может, 6 партий войдут. Если, конечно, будут хорошо работать, то, возможно, 7 партий. Среди партий, участвующих в выборах, немало выражающих интересы власти. Те, чьи представители уже неоднократно занимали кресло в Джогурку-Кенеше, и, вероятно, они будут задавать основной тон в предвыборной гонке. Разумеется, власть уже сконцентрировалась, власть уже приняла меры, она создала 3 колонны, куда собрала весь истеблишмент, куда собрала основные средства всех крупных бизнесменов. Но все это старые лица. Как полагает политолог, набравшие силу протестные настроения в обществе могут помочь оппозиции, но власть уже приняла соответствующие меры. В условиях вот того, что сейчас произошло, можно прогнозировать, что она все-таки определенную часть голоса возьмет. Поэтому для того, чтобы и здесь как-то подстраховаться, созданы партии, которые все-таки провластны, но тем не менее они могут как-то стоять как бы в стороне оппозиции. Уинстон Черчилль однажды сказал, если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами, причем не в вашу пользу. Слова британского экс-премьера как нельзя лучше характеризуют нынешнюю политическую ситуацию в Кыргызстане. Они касаются тех, кто намерен бойкотировать выборы, укрывшись в личный семейный уютный мирок и тем самым якобы выразить свой протест. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги.